Ух ты, я на заливе. Конечно, ничего не видно-то там вперед. Ужас. В Москве сегодня загрызла собака девочку. Вот так вот дальше выгуливаете своих собак без намордников и поводков. Ну вот сам залив. Правда, ничего интересного, получается, здесь нет. Кроме мусора. Всем кругом белым белым. Вон некоторые люди ходят по льду. А, вот тут видно. Но я как-то по льду ходить не очень хочу и не очень собираюсь. Ну, в общем, хороший туман. В общем, что я хотел все время попробовать после приобретения камеры? Конечно же, это побегать! Ну, правда, заднего фона нет ничего, но побегать, это классно! А сейчас будет бег с задним фоном. Побежали! Горочка. Я даже не знаю, стоит ли с нее скатываться или нет. Я думаю, что лучше не стоит. Можно даже устроить некоторые экскурсии. Вот там строится новый стадион Кирова, который теперь будет называться Газпром-арена. В общем, вот это вот центр города. Ну, в общем, вот и весь Финский залив. Строящийся речной. Все, пошли домой. Дома, некоторые на природе, а некоторые вырыли себе избушку и жили там. Ауч. Главное не упасть с этой горки. Самое лучшее время для производства озеленительных работ, это же, конечно,